приветствуем вас в игре от компании EA Sports FIFA 2007. Я Василий Уткин, и помогает мне Василий Соловьев. Да-да, это мы. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Робин. В таких ситуациях подают обычно. Ну и что же, гол, и удар. И угловой уже на первых минутах матча. Бьет по воротам. Скучный какой-то удар. Но вратарю даже напрягаться не пришлось. Вратарь сильно бьет вперед. Сильва. А вот в центре поля. Снайдер. Атакующие решили давить числом. Вся команда отошла в оборону. Требуется подкрепление. Фабригас. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Слишком неточно, голом тут и не пахло. У, как их много. Что-то задумали. И мяч уходит. Да, это угловой. Де Йонг. Туда, в штрафную, поближе к воротам. Хороший, точный пас. Угроза воротам. Сочный дальний удар. Возможно, гол. Нет, подкат был выполнен слишком небрежно. Робин. Выноси его. Фар. Дальний удар. Это была очень опасная ситуация, и он не только спас ворота, а железно поймал мяч. Мяч у защитника. Геттингам. Одним махом через все поле защитник приводит мяч вперед. Сильва. Вот они, плоды прессинга на чужой половине поля. Ну что сказать, самолеты должны с опаской летать над этим стадионом. Ужасно, ужасно. Ван Перси. Какая красивая игра, какой дриблинг. Отличный пас вперед. Красивый отбор. Геттингам. Хороший пас, игрок свободен. Сможет ли он забить? Не смог он удержать мяч. Вратарь отправляет мяч вперед. Снайдер. Отличный удар. Вратарь даже с места не сдвинулся. Вратарь накрывал этот мяч в любом случае. Уж слишком правильно он расположился в воротах. Да, вот это я понимаю, пас. Сейчас главное быстро принять решение. Он оставил мяч. Мяч! Такие голы делаются с изрядной долей везения. И удачи сегодня на стороне игрока. Великолепно, великолепно все было разыграно. Первый мяч в этой игре. И, пожалуйте, продолжаем. Де Йонг. Пас, класс. Сразу несколько игроков готовы принять пас навесом. Очень сильно был послан мяч. Да, непросто это было. Очень непросто. Вы только посмотрите, сколько игроков мешало ему пробить.
Нужно бить быстро и точно, но у него не получилось. Мяч у защитника. Главное сейчас не спешить. Вбрасывание с опасной для ворот соперника позиции. Аут не удался. Вандервард. Голкипер спасает, но нужно снова сосредоточиться. Противник будет разыгрывать угловой. Робин. Сколько же он уже держится за мяч? Интересно, что будет дальше. Вся команда в атаке. Какая возможность? Мяч в ворота. Два мяча преимущества. Это уже серьезно. Первый тайм позади. И все-таки он забивает. Я уж думал, будет растанет бить. Теперь главное не расслабляться. Счет 2-0 бывает обманчив. Защитник выполняет опасный подкат, но цель оправдала средства, мяч у его команды. Из такого расстояния можно забить. И мяч у голкипера. Голкипер далеко убивает мяч в поле. Фабригас. Хави. Не спать в обороне. Вилья. Робин. Иньеста. Ошибается защита. Перехват. Мяч выбит в сторону. Игрок бьет. И снова бьет. Мало того, что необыкновенные силы, но какова еще и точность удара. Вот что помогло мячу после такого долгого полета оказаться точно в сетке ворот, мимо вратаря. Счет 3-0. Фар. Блахрус. Какой нерасчетливый подкат. Ван Перси. Игроки обороны читают планы соперников. Де Йонг. Команда двигается к воротам. Ван Перси. Организованная, дисциплинированная игра в обороне. Может быть, это гол? Вратарь правильно выбрал позицию, и мяч сам его нашел. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится. Вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят превосходно. Хорошая школа. Снайдер. Ван Перси. Вау, вся команда благодарит его. Вия. Мяч у вратаря. Памятник вратарю. Вратарь работает как часы, но предстоит теперь разобраться и с угловым. Ван Перси. Сильва. Защитник теряет мяч. Да, сейчас произойдет что-то интересное. Ираола. Хави. Иньеста. Хорошая мысль.
Этот парень легко пройдет любого защитника. Отличный шанс. Да, будь мяч под своей, под сильной ногой, футболист пробил бы без промаха, я думаю. Некоторые говорят в таких случаях, а счастье было так возможно. Судья решил ситуацию в пользу атакующей команды, а атака где завершилась провалом. Классной игре голкипера. Он практически всегда там, где нужно. Судья сейчас покажет игроку карточку. Игрок получает красную карточку. Ну а чего он мог ждать после такого вот кровопролитного подката? Ну все. Бросили играть, стали нарушать. А матч-то надо спасать. Попытается ли он отдать пас навесом? Удачно. Очень удачно игрок отобрал мяч. Снейдер. Теперь только вратарь перед ним. Ну что будет? Длинный пас. Нужно бросить аут. Кеттингам. Сильва. Иньеста. Робин. Какая оборона! Вы только посмотрите! Спокойная, сильная, прочная. Любуюсь. Будут вводить мяч из-за боковой. Флар. Аут. Игрок ведет мяч из-за боковой. Как всегда, традиционно, броском двух рук из-за головы. Заговорился что-то. В какой воинственный подход. Можно играть. Хорошее развитие атаки. Флар. Хави. Сильва. Это риск, но гол защиты. Это сложно играть в меньшинстве. Команда понимает это на своем опыте. Гол был забит только потому, что игра ведется в неполном составе. Этот гол – логическое завершение прекрасно проведенной атаки. Ну что ж, кажется, обошлось без травм, но за такую агрессивную игру можно получить не только желтую карточку. Вилья. Только турецкий приоритет. Нет, нет, пора остановить игру. Очень жестокая борьба пошла. Если бы судью так толкнули в спину, тут же был бы скандал, а так даже карточки не показал. Тоже мне справедливость. Защитник получает мяч рядом со своей штрафной площадкой. Иньеста. Хави. Вандервальд. Мяч отобран. Судья считает, что фола не было. И точный пас в разрез. Из такого множества продолжений выбрать худшее. Мяч потерян. Опасно. Оно
Украине говорят «чудовый пас». Да, этот парень сопернику мяч не отдаст. Нужно опередить голкипера. Смотрите, смотрите. Ну, нельзя настолько близко подпускать таких опасных игроков. Ворота были в двух шагах от него. Вот проныра. Да, сегодня его день. Второй мяч за игру забивает. Кеттингам. Хорошая работа с мячом. Какая уверенная и четкая игра. Весь матч любуемся действиями защитников. Ха, это называется дорвался. Его уже не остановить. Блокирует мяч вратарь. Мяч уходит за лицевую, угловой. Надо все начинать сначала. Серхио Рамос. Пике. Красивый перевод мяча вперед. Атака захлебывается. Кеттингам. Фар. Какое-то неприятно, когда ябедничают судьи. Честно, четко выигран мяч. Фабригас. И еще один гол. Численное преимущество. Вот так и платят за удаленность с поля игроков. Игрок упускает мяч. Он должен обыграть последний. Рефери дает право на штрафной удар. Фабригас. Де Йонг. Нужно поднять глаза, посмотреть, где партнеры. Только 3 минуты добавил арбитр. Хороший перевод мяча в итальянском стиле. Хорошая защита. Иньеста. У, как их много. Что-то задумали. Фабригас. Похоже, он целился в тренде, но не рассчитал. Мяч проходит выше и в сторону от ворот. Конечно, игрок мог забить. Просто ему не дали занять выгодную позицию. Работа у защитников такая, понимаете? Финальный счет 6-0. Да, потрепали они соперников. Не пропустили мяча на свою территорию, не дали обидеть вратаря. Да и он молодец. Выдающаяся стратегия, замечательное исполнение. Нам пора прощаться, времени совсем не остается. Спасибо всем!